Сегодня в России на разных уровнях обсуждается много новых инициатив, связанных с повышением боеготовности нашей армии, увеличением ее численности, обучением молодых людей различным навыкам, позволяющим эффективно защищать рубежи нашего государства. В этой связи в Твери заработал первый в регионе мультимедийный тир на базе исторического парка «Россия. Моя история». Он оснащен по последнему слову техники и предназначен для обучения молодежи начальной военной подготовки, оттачиванию навыков стрельбы из разных видов оружия, отработки норм ГТО. Новые технологии в действии оценила и наша съемочная группа. Мультимедийный тир оборудован в действующем бомбоубежище рядом с парком «Россия. Моя история». 300 квадратных метров разделены на 4 зоны. Интерактивные инсталляции, места для теоретической подготовки, командный пункт и главная зона – тир для игры и сдачи норм ГТО. Оружие здесь настоящее, пули и цели виртуальные, а контролер результатов и алгоритмов – искусственный интеллект. Программа разработана для детей от 14 лет, посещение организованными группами. Это такие категории гостей, как школьники, участники патриотических движений, курсанты военных учебных заведений. Для тех гостей, кто подзабыл, как пользоваться оружием, или же вовсе новичок в этом деле, установлены вот такие специальные планшеты. В нем загружена пошаговая виртуальная инструкция, как собирать и разбирать оружие. Но первым делом нужно выбрать сам вид. Пара касаний и инструкция выводится на экран. В арсенале тира автомат Калашникова, автомат ВАЛ, пистолет Грачи, Макарова, снайперская винтовка Драгунова. Стрелковое оборудование создано таким образом, что дает отдачу как боевое оружие и дает четкое понимание дальности выстрела и точности попадания. Поэтому можно с минимальными затратами и с большим комфортом оттачивать навыки стрельбы. Кроме как пострелять, посетители смогут еще и заглянуть в виртуальный архив военной техники. Всего одним касанием экрана исторической инсталляции. Пользователи могут познакомиться подробнее с интересными фактами, техническими характеристиками и посмотреть чертежи единиц боевой техники. Прозрачная матрица позволяет взаимодействовать с инсталляциями непосредственно касанием на витрину, то есть не нужно никакие дополнительные распечатки, этикетки или дополнительные экраны устанавливать. В общем, интересно здесь будет и тем, кто только придет знакомиться с оружием, и тем, кто оттачивает свое мастерство. Это новый, единственный в регионе мультимедийный тир явно будет притягивать молодежь, что немаловажно в патриотическом воспитании. Приоритетом молодежной политики в Тверской области и вообще глобальным приоритетом является воспитание молодежи в области патриотики. И, безусловно, здесь стратегическим для нас является область создания и применения современных мультимедийных технологий. Что, конечно же, детям, подросткам, молодежи, им более свойственны вот форматы современные, интерактивные, мультимедийные. Новые технологии должны стать верным помощником в воспитании у молодежи любви к родине и умению не пасовать перед трудностями. А для этого нужны не только желания, но и навыки, соответствующие времени. Ведь современные проблемы требуют современных решений.